То ли был, а то ли не был. Кто-то был, а кто-то не был. Нечего тужить. Жили-были, не тужили. А тужили, тоже жили. Дальше будем жить. Это странная картина. Разных судеб паутина нас связала воедино в исторический сюжет. В глубине картинной рамы и комедии, и драмы составляют панораму пролетевших мимо лет. Профиль вещего Олега, что обидел печенегов, так что нынче печенегов не найти и днем с огнем. Красносолнышко Владимир, публицист известный Пимен, с изумленными родными залезают в водоем. Чингисхан с Батыем ханом под Мамаевым курганом мечут стрелы неустанно, чтоб Царицын захватить. Александр, он же Невский, взяв трофейный меч немецкий, приглашает по соседству всех на озеро сходить. Иоанн, простите, грозный, над сыночком стонет слезно. Вызвал скорую, но поздно, стукнул очень хорошо. Петр Первый, Катерина, Катеринина малина, гений из простолюдинов, что пешком в Москву пришел. Знаменитый граф Суворов, Пугачева лупит вора, Павел Первый пляшет споро с Аракчеевым канкан. Александр, он же Первый, корсиканец, парень скверный, лошадей пустил в консервы для российских партизан. Александр Сергеевич Пушкин после давешней пирушки молит няню, где же кружка, сердцу будет веселей. Декабристы, сонный Герцен, пьет мусорский водку с перцем, пишет Глинка Рашен скерцо, а Чайковский — лебедей. Портретист Христа Иванов, неродившийся Ульянов, неродившийся Романов, но не тот, что был в ЦК. Групповой портрет дворянства, групповой портрет крестьянства, ликование и пьянство, и конец крепостникам. Станиславский кроет МХАТом, режет Сеченов анатом, едет Крепину в пенаты Чехов Павлович Антон. Косоглазие не в моде, под волну варяг уходит, возмущение в народе, воскресенье, поп-гапон. Первый опыт неудачен, кайзер-царь в разливе дача, Гришку Невский лед не спрячет, отречение царя. Кто вверху уже не может, а внизу желание гложет, вместо лиц повсюду рожи, здравствуй, революция. Пойдешь обратно брата, железняк-матрос с гранатой, Маяковского плакаты и портреты Колчака. Во дворце сидит Ульянов, на штыках висит Романов, пушки форты, музы пьяно, и ночей не спит чека. Торжествующая злоба, на коня садится Коба, повсеместно чидооба начинает бить лапту. Косяком враги народа, первый план в 4 года, братство, равенство, свобода красной строчкой по холсту. Ваффы Киев разбомбило, мясо фронта, жилы тыла, кровь Будённый, Ворошилов, мясорубка под Орлом, маршал Жуков, наступление, Левитан, конец мучениям и победа, не уменьем, а огромнейшим числом. Сталин отдал Богу душу, все валите на Лаврушу, затыкайте крепче уши, ходят танки у Кремля. Съезд 20-й, развенчанье, всенародное кричанье, всенародное гулянье в кукурузные поля. Лысый туфли бьет по тумбе, килотонная на Кубе, Первомать, знамена, трубы, третьим залпом сбит У-2. Возвратившийся Гагарин, Акуджава популярен, вроде оттепель в разгаре, но уже едва, едва. Шепелявый бровеносец, будто 2 медали носит, но все просит, 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 чтоб за бой и чтоб за труд. Бьем китайцев на границе, за флажками Солженицын, а в глубинку из столицы академика везут. В Праге время по-московски, за глухим забором Бродский, надрывается Высоцкий, нет, ребята, все не так. Демократия в сортире, брови в маршальском мундире, всюду лозунги о мире, над Кабулом красный флаг. Похоронный марш Шопена, на трибуне перемена, и еще одна замена, и опять звучит Шопен. Началось лихое время, кто из бывших сразу в теме, молодое волчье племя из все тех же старых стен.
коммунисты, демократы, христиане, технократы, сокращенцы аппарата. Вся страна сошла с ума. Президентство Горбачева, твердолобость Лигачева, слезы горькие Рыжкова и 600 секунд дерьма. Все руками замахали, закричали, заорали, а кого-то постреляли, а кого-то нет еще. И уставшие от бега сопотомки печенегов прапраправнукам Олега выставляют круглый счет. Что же было, что же будет? Кто запомнит, кто рассудит? Кто забудет, кто осудит? Кто какой оставит след? Эта странная картина разных судеб паутина нас связала воедино в исторический сюжет.